Песни о России, народные танцы. В Северодвинске состоялся 20-й конкурсный концерт фестиваля флотской эстрады «Беломорские звезды». Высокий уровень исполнительского мастерства участников и любовь зрительного зала еще раз доказали, мероприятие пользуется у корабелов большой популярностью. «Беломорские звезды» зажигали не только представители военно-морского флота, но и силовых структур Архангельской области. Слово Марине Хохловой. Зажигательной композиции гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы открывает 20-й юбилейный областной фестиваль «Беломорские звезды». Блеснуть на сцене приехали участники со всей Архангельской области и даже из армии. Вячеслав Чепраков приехал служить в наш город из республики Коми. Молодой человек занимается танцами 9 лет. На фестивале он решил совместить русский народный стиль и брейк-данс. Нас построили, в общем, в роте и спросили, кто чем занимался. Я проявил инициативу, сказал, что занимался танцами. Меня посмотрели в доме офицеров и сказали то, что я подхожу. Здесь еще раз нас провели как бы кастинг и все, сказали, будешь танцевать. Давняя традиция фестиваля – выступление семейных дуэтов. Капитан третьего ранга Андрей Стельмах и старший матрос Алла Стельмах вместе служат в первом управлении Государственного центрального морского полигона. Уже 8-й год в свободное от службы время они занимаются бальными танцами в городском танцевально-спортивном клубе «Аква». Парень с девушкой, вы поняли, что это было довоенное время, познакомились, танцы, потом война, потом то, что... Победа. Потом победа, да. Ну и это все. Жизнь за 2 минуты, как в любом танце. В кастинге приняли участие около 500 конкурсантов. В итоге на суд жюри, в состав которого вошли профессиональные музыканты, хореографы, балетмейстеры и военнослужащие, было представлено более 20 номеров. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты, а когда мы вернемся, а мы возвратимся с победой. Ведь земля – это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Ведь земля – это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Победителей назовут на гала-концерте, который пройдет в научно-техническом центре «Звездочка» 17 февраля. Марина Хохлова, Александр Осенков, Вестник, Северодвинска. Покрывали